Приветствую всех, друзья, на втором этапе, который проходит у нас на Неманском кольце. И сегодня на ваших экранах снова безумные Жигули. Да, вот, как мы можем заметить, у нас началась практика, которая продлится 15 минут, официальная практика. И еще 10 минут у нас будет занимать квалификация, и далее у нас начнутся гонки. Это вот как раз для тех, кто спрашивал в чате расписание нашего сегодняшнего уикенда гоночного. Всех приветствую. Ну что ж, посмотрим, как сегодня у нас сложится борьба между пилотами. И сможет ли Русанов противостоять нашим лидерам в лице Максима Ёлкина, также Алексея Шашнева, да, и Дмитрия Льдякова, которые вот втроем пока что лидируют на данный момент. Но на первом этапе было очень много контактов и, соответственно, множество было наказаний за эти контакты, да? И что мы имеем, собственно, в итоге? В итоге мы имеем, что 9 пилотов потеряли, собственно, позиции уже изначально, даже когда гонка не началась. То есть у нас с последнего места стартуют Екимцев, Хисамудинов, Жугар, Давлетшин, Имененко. То есть 5 человек стартуют с последнего места. Им запрещено ехать, собственно, на квалификации. Но это не все наши пострадавшие, да, так сказать, от штрафов. Но штрафы у нас заслужены, так что, в принципе, пилоты не должны быть обижены, да, за свое поведение, а они должны в следующий раз подумать, прежде чем, так сказать, участвовать в таких передрягах, за которые они получили такие штрафы. Вот, старт с боксов, да, с боксов, как вы понимаете, это еще хуже, чем старт с последнего места, потому что при старте с гонки вам дают еще некоторый штраф по времени, чтобы отстоять в пятах, и только потом вы начинаете выезжать из них. Вот, и, собственно, следующие пилоты у нас Стариков, Ташаев, Русанов и Гапета. Точно могу сказать, что Ташаев у нас в этой гонке не стартует по личным причинам. Также я не видел в списке квалифицировавшихся на сегодняшнюю гонку Старикова. Сейчас даже проверим, да, вот... Продиктую вам всех пилотов, которые сегодня у нас по итогам предквалификации прошли и допущены на стартовую решетку. Это Алексей Шашнев, Дмитрий Ильдяков, Андрей Русанов, Юрий Данильченко, Вячеслав Величко, Максим Ёлкин, Дмитрий Гапета, Радмир Хисамудинов, Иосиф Ташаев. Вот Иосифа, да, сегодня не будет, он нас известил, к сожалению, в последний момент. Вот, далее, Сергей Глоба, да, баклажанчик, вот все, кто топит за баклажана, просто взрываем чат и, собственно, лайки ставим за баклажана. Ну, блин, баклажан не каждый день у нас в гонках участвует, это довольно такой яростный пилот, поэтому будет интересно за ним следить. Далее у нас по списку Андрей Миненко, Сергей Кутинский, Дмитрий Дудин, Данил Ковалев, Роман Петухан, Алексей Екимцев, Алекс Лауш, Даниэль Унгурс. Надеюсь, я правильно прочитал, потому что не помню, чтобы пилот выступал у нас на первом этапе. Видимо, новичок и, возможно, даже, собственно, не из России, потому что фамилия довольно-таки необычная. Ну, будет интересно узнать, откуда вам пилот. Если мы сегодня его увидим, будем следить его, ну, за его флагами. Константин Барышев, Антон Груздев, Евгений Зорин, Олег Волков, Владимир Жугар. И замыкает наш сегодняшний пелетон участников Илья Парелли. Паралли, да вот, к сожалению, тоже не совсем понимаю, как правильно читать на английском фамилии ребят. Поэтому я думаю, вы исправите
сегодняшние мои недочеты, если я где-то в чем-то ошибся, а вы знаете, как правильно все-таки нужно. Так, ну что, я хотел узнать про нашего Даниэля Унгурса, наверное, да, если фамилия, по идее, должна склоняться, если учитывать правила русского языка. И давайте же посмотрим на флаги. Возможно, пилоты их правильно выставляют. Так, так, вторая страничка. Третья страничка. Вот, Даниэль у нас на 24-м месте числится в энтри-листе, но пока что на сервере его нет, поэтому прогруженного флага, к сожалению, мы также не видим. Но видим, что у нас Илья Паралле имеет зелено-красно-желтый флаг. Интересно, у нас это все-таки действительно зарубежный пилот или нет? Будем посмотреть, как говорится. Ну что, сегодня у нас, собственно, времена пристрелочные в районе минуты и 18 с копейками секунд. Поэтому ребятам очень хотели выйти из поставленного времени минуты в 18, но смогут ли они это сделать, вопрос довольно открытый на самом деле. И получится ли у них данное действие, пока непонятно. На данный момент минута 19:01 у нас у Максима Ёлкина была, но его обходит Дмитрий Ледяков. Вот, вот она уже, понимаете, у нас половина практики проходит, но пилоты уже начинают просто бороться не на жизнь, так сказать, а на смерть за кубок. Кубок, и напомню вам, что не только, так сказать, виртуальные кубки разыгрываются у нас, но и совсем такие реальные призы от наших партнеров. К примеру, довольно необычный, собственно, приз в виде обвеса на Жигули. У нас предоставляют партнеры нам, на самом деле, да? И будет довольно интересно выиграть такой обвес, да, казалось бы, типа, обвес, чего там? Но, блин, правда, подумайте, ведь подарив обвес, вы можете реально купить Жигули и сделать из него просто какой-нибудь гоночный аппарат. На самом деле, да, ну, конечно, не для всех автомобиль, в принципе, да, доступен к покупке, а в плане, возможно, какого-то состояние, так сказать, материального, но вдруг, правда, выпадет пилоту, так сказать, быстрому, который имеет возможность, так сказать, использовать обвес на своем автомобиле, и, возможно, это будущий пилот MCGP и в реальных гонках. Посмотрим. Вот, так сказать, у нас такое небольшое продвижение симрейсеров, так сказать, в реальный автоспорт. Но, конечно, на самом деле в MCGP ездят автомобили достаточно подготовленные. И построены они не просто так, что вы купили любую более-менее живую Жигули, да, у дедушки с гаража, на который там ездил только летом, да, не битая, не крашена, не ржавая. Но вот, собственно, еще автомобиль нужно подготовить и по гоночному регламенту автоспортивному. То есть это не так-то просто. У вас должен быть в знакомых, ну или как минимум вы должны знать этот регламент, да, и, собственно, уметь обращаться с большим количеством инструментов, потому что автомобиль — это все-таки техника не такая простая, как мы думаем на самом деле, да, потому что, ну, посмотрите на автомобили, которые окружают вас вокруг, вот на улице, к примеру, во дворе, да, большинство сейчас машин стоит, ну, не все люди используют автомобили как нужно, да, собственно, они не ухаживают за ними, да, используют как вот просто вещи, ну, что корни на самом деле неправильно. Автомобиль — это автомобиль, и за ним
нужен уход, чтобы он служил вам верой и правдой. Ну и половина из нас, я думаю, даже не то, что половина, а, пожалуй, каждый просто видит в автомобилях не просто средство передвижения, а вот, так сказать, свое хобби, выделение из основной массы, да, и просто ездить вот так вот на стоковом автомобиле не так уж и хорошо будет, наверное, не так уж приятно. А когда у вас вот будет Жигули с таким вот обвесом, да, кстати, обвес вот в точности такой, как который у нас, собственно, сегодня представлен на 3D-модели будет. Ну что ж, посмотрим, посмотрим, как у нас сложится сегодняшняя гонка. И кто в итоге, возможно, заберет один из призов. Да, и стоит напомнить, что партнер, который предоставляет нам, собственно, эти обвесы, является VDM Custom. Да, вот, собственно, ссылку на них вы сможете найти в описании, да, и посмотреть, что у ребят еще есть, кроме, собственно, обвеса Жигу. Ну и, возможно, кто-то такие выиграет обвес, но, собственно, не будет возможности его использовать по назначению, да, и надо прицениться, как же можно будет его реализовать в ином смысле, да, ну, мы все понимаем, как это бывает иногда, но будем надеяться, что все-таки обвес будет служить на автомобиле того или иного пилота. Так, ну что, ребята. Да, и у нас Дмитрий Ледяков выходит из 19 секунд, но не выходит из той самой цифры 18 секунд, которая так и не поддалась пилотам нашим сегодня. Но посмотрим, не так уж и просто на этих машинах, собственно, ехать по данной трассе, потому что трасса очень качковатая. Она имеет большой перепады высот. И, собственно, тонкая настройка подвески. Также настройка дифференциала играет очень большую роль. И если вы, собственно, не настроили автомобиль, то вы вряд ли выиграете на данном этапе. Ну, еще вам нужна просто большая пачка везения, на самом деле. Так. Ну что, у нас минута до конца практики. Пилоты уже некоторые заезжают в питы и, собственно, прекращают свои попытки на показ лучшего времени. Но, собственно, это, наверное, не лучшая идея. Все потому, что накат решает и стоит все-таки что-то делать с этим. Да, спасибо, спасибо за подсказку, Илья, пора ли? Да. Вот, кстати, да, подскажите, правда ли пилот у нас, собственно, не из России? Да, как... так, попробуем загуглить. Пан... чего? Флаг Сенегала? Нет, ну... вряд ли у нас пилот из такой дали, но с кем не бывает, возможно, это и правда, но, наверное, вряд ли. Да, вот Африка, я тоже вот как раз таки посмотрел, и если это правда пилот из-за такого далекого материка, то это прям круто на самом деле, потому что у нас просто, получается, расширяется наш кругозор. И, собственно, да, вы хоть эти прекрасные деревья. И, конечно, мы им очень признательны, но давайте
Посмотрим, пожалуй, на наших пилотов. Да, вот у нас Максим Ёлкин на третьем месте. Тот самый Максим, который у нас любит ездить на трех колесах. И посмотрим, собственно, как он сегодня исправил ли ошибку. Вы посмотрите, программа пишет, что он ехал с максимальной скоростью 457 км в час. Боже мой, где он так смог развить данную скорость на этом, на этой машине, если, конечно, только он не провалился под текстуры. Что, конечно, достаточно странно могло быть. Хотя, чего странного, уже на практике, собственно, до начала стрима Макса уже успели выкинуть за пределы карты. А тут есть такая особенность, то что пределы карты не очень уж стабильны, и если пилот туда попадает, то он может просто провалиться под текстуры и ускоряться до бесконечности. Там я видел цифры в районе 6 миллионов километров в час, просто какие-то безумные, собственно, показатели. Но тут даже не поможет ничего, игра не вернет вас в боксы, хотя раз на раз, знаете, не приходится, и чудо таки происходит. Но иногда приходится перезаходить в виде Alt F4, да, и возвращаться обратно на сервер. Ну, Алексей Шашнев у нас вырвался, так сказать, в лидеры нашей змейки квалификационной, и он надеется показать быстрейшее время, исходя из того, что впереди него никого не будет и никто не будет ему мешать. Но посмотрим, посмотрим, удастся ли ему это, либо же Дмитрий, позади идущий, сможет составить ему конкуренцию. И нет, нет, смотрите, Дмитрий притормаживает немножко и пропускает вперед своего пилота, зная то, что если он начнет топить тапку в пол, то он упрется в Шашнева. Упрется, да, потому что Дмитрий у нас сегодня быстрее всех едет, но Шашнев не лыкомши, да, и в прошлой гонке он приехал дважды впереди Дмитрия Ледякова. Такие дела. Посмотрим, что будет на этой трассе, потому что не такая уж вот она и простая. Видите, уже пилоты применяют максимальную просто атаку на каждый из поворотов. Мы видим, что автомобили теряют зацеп, срывают заднюю ось, но самое главное, чтобы не срывало переднюю ось, иначе тогда автомобиль будет скользить не двумя колесами, только задними, да, которыми он подруливает автомобиль. Собственно, такая некая хитрая техника есть у пилотов, когда они рулят не только рулем, но и, собственно, поведением автомобиля, да, вот. А в ралли такая техника тоже есть, правда, она там выполнена не закидыванием автомобиля в поворот, а, собственно, использованием газа и тормоза. То есть также выставляется автомобиль, да, нажимается на газ, и он боком, собственно, едет в поворот, да, потому что там вот просто вот как нормальный автомобиль гражданский проехать, да, быстро невозможно. Ну, собственно, и у нас также пилоты применяют подобную технику, только как раз-таки там, где это нужно, потому что не во всех поворотах занос задней оси дает вам преимущество, на самом деле, поэтому очень нужно филигранно управлять автомобилем и ни в коем случае не цеплять траву, особенно тогда, когда автомобиль, собственно, имеет срыв задней оси, потому что как только у вас хотя бы одно колесо попадет на траву в момент неполного контроля, да, над автомобилем, то все, контроль ваш будет не то что неполным, а максимально, так сказать, удаленным от вас и от того, что вы хотите получить, крутя руль. Ну вот, смотрите, да, как, собственно, о чем я и предвещал. Дмитрий Ледяков пока что едет быстрее, чем Алексей Шашнев. Всего лишь, конечно, на чуть-чуть. И посмотрите, авария, авария. У нас Шашнев улетает в забор, но просто как вот, пожалуй, такой честный пилот, он сразу через эскейт уходит в боксы, чтобы не
так сказать, испортить круг Дмитрию, своему, хоть и сопернику, да, но все-таки коллеге, да, гонщику на трассе. Потому что, наверное, лучшее, что может быть между пилотами, это понимание, да, потому что если вы не понимаете... Хватит о бесконечности. Да, вот если вы не понимаете соперника, то, к сожалению, он вас тоже вряд ли будет понимать в тот момент, и вы можете просто с ним столкнуться. Да, просто как вот бесконечность не сталкивается в космосе. Ну ладно, это уже слишком высокие темы для сегодняшних разговоров. Ну что, что у нас? Сережка Глоба, да, вот он у нас обещал показать хорошие времена, и пока что на данный момент занимает 5-ю позицию со временем минута 23. Это его один из лучших результатов, который он смог, в принципе, показать на гонках. И, да, очень уверенно, и 5-я позиция даст ему преимущество на старте, просто потому что позади едущие пилоты не так стабильны и не так быстры, и поэтому Серега будет просто стараться удержаться за впереди идущими пилотами, возможно, подхватывать их траекторию и, собственно, учиться, ну, потому что не зря он тратит где-то практически 2 секунды на трассе. И, собственно, я думаю, в гонке его темп явно взвинтится, если, конечно, не досадные аварии, которые могут у нас и... Конечно, я не даю 100% гарантии, что они не случатся, но да, аварии бывают, это не так уж и просто удержать практически 200-сильный жигуленок на такой непростой трассе, как Неманское кольцо. А оно действительно непростое. Посмотрите, вот этот вот перепад. Вот он, кажется, не... И, смотрите, да, вот о чем я и говорил. Небольшой контакт, и автомобиль просто уносит. Вдали, там, позади, просто какая-то вакханалия происходит. Вот. Вот вам примерно такой исход может ожидать в гонке, на самом деле. И интересности только впереди, на самом деле. Да, сейчас квалификация, все потихоньку едут в своем темпе. Тем временем Глоба, да, пока что не улучшает, естественно, время, просто потому что у него такой трэш произошел на последнем, так сказать, бугорочке трассы, потому что тут реально трасса, она вот постоянно вверх, вниз, вправо, влево, то есть проехать чисто все повороты практически нереально, нужно быть каким-то супер-мега-роботом. А нет, на самом деле, вот если присмотреться, то можно заметить, что когда пилот нажимает на педаль тормоза, то видно, что огни позади загораются ярче, и, собственно, видно, когда пилот пользуется тормозами. Но Серега вот затонировал впереди свои фары, и, собственно, возможно... Так он больше устрашает своих соперников. Кстати, возможно, мне кажется, возможно и нет, но фары у него светят на данный момент. А нет, это не фары, это просто от бампера отблескивает солнце. Так. Вот. Пропускают остальные пилоты. Что у нас, собственно... О, у нас подвижки... Топ-3. Алексей Шашнев не сдается и забирает на доли буквально секунд вторую позицию, свою стартовую, у Максима Ёлкина. Но как бы одной позиции с этим не будешь. Нужно еще и стартовать хорошо на самом деле. Просто потому что, блин, ну копейки — это очень трудный автомобиль. То есть, чтобы стартовать, вам нужно подобрать и перепробовать большинство... А зачем? Да, вот, собственно, наверное, правильно ответили. Потому что может. То есть точного ответа, почему пилот использует включенные фары. Да, это именно фары. Ну, не говорит это, да, то есть там впереди должны светиться фары, но Серега их у себя затонировал, поэтому вот так вот. Ну, я же говорю, это вот ради такого устрашающего вида. Собственно, это не запрещено.
Торможение довольно хорошо прорисовано и видно, когда пилот тормозит даже с включенными фарами. Поэтому это не вызывает каких-то больших проблем. Но опять-таки, это вот у меня на максимальной графике все хорошо видно. И фары хорошо прорисованы только у тех, у кого включена постобработка. Это, конечно же, технические такие моменты, да, но все-таки я с этим сталкивался тоже довольно часто, когда сам ездил. И на минимальной графике, конечно, с выключенной постобработкой вот эти вот габариты позади не особо-то и отличаются от огня тормозного, да, так сказать. Ну, посмотрим. На 11 место у нас поднимается Антон Груздев. Не самый лучший, конечно, результат, который может показать Антон, но, блин, вы посмотрите, впереди идущие просто пилоты. Делят между собой, 5 человек делят между собой секунду. Это ж просто невероятно. На самом деле. И более того, сколько тут получается? 20, ну, 5 человек у нас, грубо говоря, в секунде, да. Обалдеть, 5 человек в секунде. 5. Еще немного, и у нас, наверное, на самом последнем этапе будет, собственно, топ-10 из таких жестких пилотов, которые тренировали трассу просто до мозолей в руках. Ух ты, коляс с нами, ничего себе. Ну что, у нас темнеет экран, собственно, квалификация подходит к концу. Пилоты у нас, надеюсь, не с дрожащими коленками выходят на старт. И, собственно, выстраиваются наши ребята. Ух, что нас ждет, ребята, это ж просто атас. Да, кстати, давайте проверим наших пилотов, которые должны были ехать с последнего места из боксов. С бокса у нас Стариков, Ташаев, Русанов, Гапета. Я вижу Дмитрия Гапету, который на 20 месте, да, он не показал. Или показал. Да, Дмитрий Гапета не показал квалификационного времени. Все хорошо, и, собственно, Русанов также у нас находится на 17 месте в конце, и они будут стартовать с боксов, собственно, их игра перекинет туда. Далее у нас такие пилоты, как Екимцев, Самудинов, Жугардов, Лешин, Миненко. Да, вот вижу Миненко, собственно, который 18, также последний, и Самудинов 21. Ну и вроде все остальные ребята впереди идущие, все нормально. Да, вроде все хорошо, все соблюдают у нас правила и наказания. Посмотрим. 20 секунд до старта, пилоты прогревают свои моторы. Ну что, трибуны звенят, флаги трепещут. Светофор начинает загораться огнями, и на моменте, когда он сдуется, все рванут вперед. И у нас старт! Старт! И Дмитрий Дяков хорошо воткнул свою первую передачу, так сказать, с розочкой. И начинаем. Проходят первый поворот ребята. Без контактов у нас обходится между пилотами. Три в ряд. Посмотрим отборд Ковалева, Данила Ковалева.
на него просто накидываются парни. Юрий Данильченко обходит Ковалева, и небольшая ошибочка с заездом на гравии замедляет его, и все, пилоты впереди идущие просто улетают в космос. Улетают в космос от, собственно, Ковалева, и это не зря все, потому что у Юрия Данильченко, собственно, его тезка. И, собственно, симпатичные собачки, посмотри. Огонь, огонь у Юры на автомобиле, он просто улетает в космос. Явно улетает в космос, просто посмотрите. Хотя, возможно, просто у Даниила не настроен автомобиль и не подобраны правильно передаточные числа, и он теряет какое-то определенное количество времени на этих жутких, страшных подъемах. Если смотреть это от лица пилотов, у нас там по следующей трассе, вот у нас так выглядит, собственно, кокпит, если бы пилоты некоторые, точнее, все из них бы ехали, но едут на самом деле не все. Посмотрим, посмотрим. И вы посмотрите, что делает этот парень. Он просто объезжает всех и занимает четвертую позицию. У нас баклажан четвертый. Да, да, вот это обгон. Вы посмотрите. Просто на грани контроля автомобиля. Он завоевывает четвертую позицию и просто пристраивается за алиенами. За алиенами. Впереди только Дмитрий Ледяков, Ёлкин и Шашнев. Три лидера чемпионата и баклажан. Просто что-то невероятное происходит. Но у нас уже первый, так сказать, выбывший. Выбывший, я думаю, так... После того, как пилот побывал в аварии, да, и сейчас, видимо, проходят какие-то штрафы, отбывает, непонятно. Возможно, он попал таки под прессинг, да, выезжает пилот, явно это был штраф. А Даниил Ковалев теряет еще несколько позиций на достаточно сложном участке, а впереди Дмитрий Дудин, который... пытается занести свой автомобиль просто в какой-то нереальный занос, но поможет ли это ему? Вот там сзади также ребята начинают прессовать на прямой Ковалева, но получится ли? Получится ли? Дмитрий Гапета прорывается, кстати говоря, с последнего места, со старта, с питов, даже не с последнего места, а именно с питов. Ну все, впереди просто все уехали, и только лишь ошибка Дмитрия Дудина сможет дать шанс Ковалеву приблизиться. Но нет, Ковалев сам начинает потихоньку ошибаться, въезжает в гравий, что, собственно, не дает ему преимущества над соперниками. Вот, какая авария, посмотрите, вовремя переключился на трассу, Илья Парали просто уезжает. Уезжает, так сказать, покорять горные участки. Но, увы, это не Дакар, ребята. Это у нас шоссе на кольцевые гонки сегодня. Туринг, так сказать, советский во всей красе. Ух, вот, судя по управлению, едет то ли на клавиатуре, то ли на геймпаде. Что, собственно, доставляет больших трудностей, но самое главное, едет, и будем надеяться, что пилот получает удовольствие, собственно, а не страдает. И у нас первый сошедший, Хисамудинов, покидает нас. Да, вот видно у нас внизу просто щели в параллельную вселенную. Возможно, где-то там у нас 2135 год и 35 сезон КМД. И вот туда он, наверное, сразу и пошел напрямик. Я думаю, так и есть на самом деле. Что у нас из горячих... Из горячей борьбы у нас Вячеслав Величко, который нападает на баклажана. Таранит его практически в бок, но нет! Подтормаживается таки, в него чуть ли не прилетает Юрий Данильченко. Давайте же посмотрим теперь за Юрием Данильченко. Вот эти три горячих просто хлопца едут впереди. А за ними едут еще три горячих хлопца. А впереди еще три горячих... Одни горячие хлопцы у нас на трассе. Что происходит? Так, Сергей Кутинский, что с тобой? Серега, что с тобой произошло? Зачем? Откатывается вниз Серега. На такой вот ярко-красной
ярко-красном. Ну да, тут нотки красного есть, я согласен, но это ярко-зеленый таки цвет. И, собственно, раскраска скорой помощи не помогает Сереге, и соперники его не замечают, и просто, видимо, уносят, так сказать, за собой в никуда. В никуда. Ну что же, переключаемся на борьбу Данильченко, Величко и Глобы. И что же, видимо, под натиском позади идущих пилотов у нас Баклажан начинает педалировать сильнее. Педалирует сильнее, да, и вырывается просто максимально вперед. И я уже вижу, как он начинает догонять Дмитрия Ледякова, который едет на данный момент на третьей позиции. Ух, но сможет ли он удержаться на четвертом месте? Потому что Вячеслав то и дело просто максимально давит вот на все точки, которые соприкосновения он находит с Серегой. Но главное, чтобы Серега сейчас не засмеялся, да, вот и, собственно, и выдержал эти точки соприкосновения, и как мужик, да, и все-таки отвоевал свою четвертую позицию, но посмотрим, как это у нас будет происходить. Но посмотрите, не только тут у нас борьба, но Дмитрий Капета все прорывается с последнего места, он на данный момент уже занимает восьмую позицию, и просто такие предварительные ласки у него со своей тезкой Дмитрием Дудиным происходят, который, в свою очередь, ошибается, и неплохой шанс у Гапеты есть напрямую объехать своего оппонента по внешней траектории, но нет, он давит на педаль тормоза раньше соперника, и ничего не происходит, пилоты так и едут с разрывом 0,3 секунды на круге. Да, еще также борьба у нас происходит между Евгением Зориным и Андреем Русановым, который занимает 13-ю позицию. Очень плохо. Так, у нас тут попытка была обгона Дмитрия Гапета и Дмитрия Дудина, но что-то пошло не так, и Дмитрий Гапета все еще находится на 8-й позиции и все больше откатывается назад, но нет. Лучший выход из S-образного поворота дает ему преимущество. Слипстрим, и сможет ли он занять внутреннюю траекторию, чтобы... Нет, теряет автомобиль! И фух, слава богу, это были прозрачные покрышки, и это спасло просто очень сильно Дмитрия от большого крэша. Да, он проходит удачно по внутренней траектории, контакт небольшой происходит с Дмитриями, да, вот я сейчас между ними могу просто загадывать на данный момент желание. Фух, так, что у нас? У нас откатывается Сергей Кутинский, нет, Серега Кутинский у нас как раз таки поднимается, а вот откатывается у нас Даниил Ковалев, который просто развалил свой автомобиль и едет с поломанной, да, кривой руль и поломанная, так сказать, ну, не жизнь, но подвеска его автомобиля точно поломана, но вы посмотрите, поломана подвеска не только у него, но и Ильи Парали, боже мой, эти два пацана просто борются между собой сейчас в этом классе. В одном классе борются пацаны, вы посмотрите, у того и у другого... у одного и другого подвеска сломана, и они пытаются объехать друг друга. Вот это борьба, вот это просто... Ребята борются за свое место под солнцем, и, пожалуй, да. Знаете, тут можно просто вот так вот похлопать этим ребятам, потому что можно ведь просто нажать escape. И как бы и в боксы не нужно вот так мучиться и ехать, но они молодцы на самом деле, вот, да, они как... Ну, true пилоты все-таки едут чиниться и не выходят через escape, да, вот это я понимаю, да, но тут все хорошо, да, автомобиль все-таки каким-то образом может повернуть, да, ребята понимают, что у кого-то питлейн справа, у кого-то питлейн слева, да, будем надеяться, что пилот видит свое место, да, вот где-то тут, наверное, нет, не попал, наверное. Ладно, нет, попал. Да, на пятах оба пилота находятся, и это просто что-то с чем-то. Сейчас самое главное, кто быстрее из них починится и выйдет на старт. Боже мой. Фух, так, ну что у нас происходит? Так, тройка ребят, Данильченко, Величко, Глоба, все так же едут на 4-м, 5-м и 6-м месте, соответственно, Глоба защищается как может, но Вячеслав давит, просто давит со всей силы, но на Вячеслава давит, собственно, Данильченко. Да, и вот тут как бы они давят друг на друга, и, собственно, такое, знаете, равновесие происходит природе между этими парнями, когда они вот друг на друга давят, и, собственно, никто не в обиде, да, так сказать. Давим на друг друга, да, и в обиде не будем. Ну,
такая вот у нас поговорка сегодняшнего этапа. Алексей Лауш, видим мы с повреждениями заднего стекла. Это очевидный факт того, что именно в заднюю часть автомобиля к нему приехали. Так, у нас Максим Ёлкин минуту 18.07 показывает время и занимает третью позицию лучшего времени, так сказать, лучшего рекорда на трассе. Так, и что мы можем видеть? У нас почему-то не починили автомобиль Ильи, и он все так же продолжает ехать с поломанной подвеской. А вот, в свою очередь, Даниил Ковалев продолжает чинить свой автомобиль, и, судя по всему, уже починил и ждет всего лишь момента, когда его, наконец, отпустят. Ну, отпустят именно механики. Ох, ох, ничего себе. Игорь Прилепский, 1000. Баклажан топ. Димка, можно больше борьбы показывать. Вятчик, это будет топ. Вот как раз борьба, посмотрите. Сергей Глоба просто прорываясь вперед межкруговых. Вырывает, так сказать, свое... Ну, не свое очко, да, а очко у других. И просто, ну, гоночное очко, вы не подумайте. Нет, гоночное очко и просто занимает на данный момент четвертую позицию и ловит свой автомобиль. Куда же ты, Серега, едешь? Что ты? 360 испаляет баклажан. О! Да, это было красиво. Это было красиво. Да, неэффективно, но красиво, да. Но остается он на пятом месте, но оставляет Вячеслава Величко позади, который его начинает догонять. Нет, вот, Серега, теперь нельзя, нельзя ошибаться, нужно догонять Юру. Нужно догонять Юру, у нас 5 кругов до конца гонки. Его обходит Вячеслав Величко, да, и Серега оквадратил он, видимо, свои покрышки. Да. Фуф. Так, борьба между Лаушем и Барышевым. Да, Лауш вот как раз-таки начинает догонять пелетон после своего, так сказать, падения вниз небольшого и контакта. Вроде как с виду, давайте посмотрим на его кокпит. Да, руль у него установлен ровно, поэтому серьезных повреждений подвески передней он точно не получил. Посмотрим, посмотрим, как у нас произойдет дальше. Так, а у нас Серегу Глобу начинает догонять и Дмитрий Гапетта. Немножко проваливается у нас Сережка. Да. Так, ну что же лидеры? Что лидеры? А лидеры как раз-таки начинают догонять круговых. Круговых и... Собственно, у них ничего не меняется. Парни борются за каждую миллисекунду на трассе и... настолько плотная борьба между ними, что, в принципе... Каких-то шансов на обгон, пожалуй, наверное, тут уже невозможно. Стоит только надеяться на ошибку того или иного пилота, а их три, между прочим. Сейчас именно три пилота борются за, так сказать, лидерство на нашем портале, да, и пока что как раз-таки Шашнев и Ёлкин имеют одинаковое количество очков, судя по моим примеркам, но, пожалуй, я, наверное, даже... Чтобы не быть таким многословным. Пока помолчу. Да, как бы это странно не звучало. И попробую найти результаты в виде очковой таблицы. Но, к сожалению, ВК и VPN не дают мне жить спокойно. Давай, вот, да, нашел. Нет, знаете, на самом деле у нас... Максим Ёлкин лидирует с 47 очками. Дмитрий Ледяков на втором месте 43 очка. И Алексей Шашнев 40 очей занимает. Поэтому Ёлкин сейчас у нас, так сказать, в топе. Да, и если... вот они приедут на таких позициях, на которых они сейчас едут, да, то, собственно, интрига сохраняется. И посмотрим.
посмотрим, как будут происходить далее у нас разбор событий. Но пока довольно интересно. Шашнев у нас не первый. Видимо, были какие-то наказания, или я чего-то не понял по прошлой гонке. Ну, ладно, ладно. Собственно, в принципе, что можно сказать? Можно сказать то, что Дмитрий Дьяков у нас ни разу не выигрывал еще гонок, да, из двух прошедших, но достаточно стабильный пилот и занимает на данный момент вторую позицию. А вот Йохин выиграл одну из гонок и, собственно, первый. Но приехал лишь третьим на второй гонке в Казани. Так. А у нас Глоба пропускает Гапету вперед. И по чуть-чуть начинает, так сказать, собственно, видимо, получать удовольствие от езды. Но это, конечно, да, да, мы видим эффективные, наверное, не эффективные, да, эффектные борьба с машиной. Да, не с пилотами, с машиной на данный момент, но... Два круга у нас остается до конца, пилоты разъезжаются между собой, и, пожалуй, вот тот самый запал и огонь уже, собственно, не будет нас сопровождать, но... Ну, впереди ведь еще вторая гонка, и мы знаем, что вторая гонка, благодаря реверсу, у нас самая жаркая получается. Не так-то вот все и просто. 10 пилотов у нас реверс. Ну, реверс 10 пилотов у нас происходит, и если все пилоты финишируют в следующей последовательности, как едут на данный момент, то Роман Петухан у нас, собственно, будет на пол позиции во второй гонке. Далее за ним Андрей Русанов, Дмитрий Дулин, но не будем загадывать наперед, потому что на самом деле, как мы можем видеть, вот этот вот пригорок на последнем повороте очень коварный, особенно когда в баке у вас становится все меньше и меньше топлива, то, а бак у нас находится примерно в задней части автомобиля, то там больше разгрузка происходит, и потерять автомобиль еще проще, чем, собственно, на старте. Да, он, конечно, летит у вас просто, этот автомобиль, но как бы не так-то и просто. Вот пилоты, которые ездят у нас на портале на Porsche, я думаю, поймут, потому что вот с Porsche примерно такая же штука происходит, когда там, правда, двигатель сзади, да, а бак спереди, но там смысл в том, что из-за того, что как раз-таки бак спереди, то нагружается передняя ось, собственно, давлением топлива, да, и когда пустеет бак, то поршик уже не так уж стабильно едет. Тут примерно так же само нагружается задняя ось, а задняя у нас на данный момент в жигах не такая уж и стабильная, ну, потому что мост, потому что, не знаю на самом деле, как рессоры, не рессоры, но жесткость, высоту у нас таки можно настраивать. Все-таки не гражданский автомобиль, спортивный. Вот, и под себя пилоты имеют возможность настроить эти бешеные «Жигули», как у нас их окрестили пилоты. Потому что резина не сликовая, да, то есть зацепа не так уж и много, а двигатель намного мощнее, чем в «Жигулях» группы А2. Которые гоняли у нас еще в советское время. Ну что, финишируют у нас пилоты, и Алексей Шашнев выигрывает вторую этап, да, получается, и вторую свою гонку, потому что одну из гонок он выиграл на первом этапе. Вторым приходят такие Дмитрий Ильдяков и Максим Ёлкин, который лидирует на данный момент по итогам первого этапа, финиширует лишь третьим. Ох, что с тобой, Юра? Что с тобой? По траве почему ты едешь? Давай, быстрее! Успевает ли финишировать?
Нет, не успевает финишировать Юра, что-то случилось с его автомобилем. И на последнем мгновении его обходят Вячеслав Величко и Сергей Глоба. И таким образом Юрий Данильченко, видимо, без топлива в баке, по всей видимости, занимает лишь 6-е место. Но это вот... В принципе, неплохая прошла гонка у Юры. И, собственно, можно даже пилота поздравить, да, с его не только 6-м местом, но и с днем рождения, да, вот у нашего Юры сегодня день рождения. Вот. Далее у нас на 7-м месте финиширует Дмитрий Гапета, Дмитрий Дудин 8-й, на 9-м месте Андрей Русанов, Роман Петухан 10-й, Андрей Миненко 11-й, Алекс Лауш 12-й, да, вот как можем видеть, пилоты крутят бублики от радости, что наконец-то первая гонка закончилась. Но посмотрим, что произойдет во второй. Антон Груздев 13-й, 14-й, Евгений Зорин. На 15-й позиции у нас Константин Барышев, Олег Волков 16-й, Сергей Крутинский 17-е место, 18-е место и Илья Парале 19-й, Данил Ковалев. И 20-е место занимает Кисамудинов. Ну что, пилоты готовятся на вторую свою гонку. Стартовать у нас будет с пола Роман Петухан. Посмотрим, как он с этим справится. И на моей памяти у пилота это первый пол на нашем портале. И главное, чтобы его позади идущие пилоты, да, просто не раздавили. И я сейчас говорю не только о переносном смысле, но и о прямом на самом деле. Посмотрим, как это произойдет. Да, вот стоит напомнить, да, вот за какие конкретно призы у нас борются между собой пилоты. И вот, как я уже сегодня, да, упоминал, это тот самый обвес, который используется на наших автомобилях от компании VDM Customs на ВАЗ-2101. За 2-е место получает распределительный вал на любой, собственно, автомобиль семейства Жигули или Лада, представленной компанией Колобок. 3-е место спортивные перчатки для картинга, да, и это очень полезная даже вещь не только для картинга, но и для симрейсинга, особенно у тех ребят, у которых руль из алькантары или из замши, то не так будет сильно пачкаться, да, и перчатки будут больше иметь сцепление с рулем, и не так будет, собственно, ну, будет более приятно и больше контроля будет. Собственно, перчатки у нас Adidas RSR, и, собственно, им нам любезно предоставила компания M1D Racing, которые занимаются, собственно, спортивными вещами для любителей автоспорта и не только. Так, ну что у нас? Игра не хочет нас переключать как-то, видимо. А, еще минута у нас до, собственно, старта второй гонки. Можно сделать небольшой перерыв, так сказать. И, собственно, вот наш чемпион сегодняшний на первой гонке.
Менее 10 секунд остается у нас до старта второй гонки. И что ж, самое интересное только впереди. Оставайтесь с нами. Так, еще 2 минуты у нас мандража на старте. Собственно, стартовая решетка, как я и говорил, на поле у нас Роман. Далее Андрей и Дмитрий Дудин. С ним также Дмитрий Гапета, да, на втором, так сказать, второй линии. Пятый Юрий Данильченко и Сергей Глоба на шестой позиции. Вот удачная позиция для Сереги Глоба, потому что он как раз таки за шестое, седьмое место боролся в первой гонке и как раз по идее сможет объехать некоторых впереди идущих пилотов и возможно заберет место повыше сегодня. Максим Ёлкин, Ильдяков и Шашнев у нас стартуют с 8, 9, 10 места соответственно. И вот для этих парней будет сложнее всего просто прорваться вперед, потому что впереди достаточное количество пилотов. И позади также, на самом деле, если вот обернуться, то там целая просто... так сказать, арава, вот, которые также хотят проехать вперед и занять свои, возможно, лучшие места в этой гонке. Ну, посмотрим, посмотрим. Стартовать мы будем вместе с Алексеем Шашневым, так сказать, с камеры дрона. Как это будет выглядеть, вот сейчас и посмотрим. Загораются у нас светофоры. Старт для пилотов. Все, в общем-то, неплохо стартуют. Прорывается Макс Ёлкин сразу же. Видно, что достаточно хорошо он отпрактиковал свой старт. Загораются у нас вот эти красненькие огоньки тормоза, да? Так довольно интересно, как будто жучки на поле. Да, вот все, видно, что вот эти три парня, Ильдяков, Ёлкин и Шашнев, они просто вот командой работают сейчас против всех остальных, можно так сказать. Берут всех вот в коробочку. Все, минус один у нас уже. Но все более-менее в рамках правил произошло. Контакта сильного не было. И Дмитрий Ледяков подскакивает на поребрике, теряет скорость. И теряет не только скорость, но и позицию относительно Алексея Шашнева. Доезжают они до Сереги Глобы. И что же. Вот как раз-таки Серега и сможет их задержать. Но, к сожалению, Серега уже прошел Макс. Макс, с которым эти трое и борются на данный момент. Как близко они борются. Но посмотрите, Глоба делает что-то невероятное и обходит Максима Ёлкина, который теряет еще одну позицию из-за неудачного выхода из последнего поворота. Блокирует его Шашнев, блокирует очень грамотно. И, собственно, пройдя по внутренней траектории, уходит дальше. Используется слипстримом впереди идущей ярко-красной машины. Но, собственно, его же и слипстримом пользуется и Макс, в свою очередь. Посмотрим, как это будет выглядеть. А тем временем, посмотрите, Русанов у нас вырвался вперед. Но вот насколько его хватит, ведь вот эти ребята, они рано или поздно разберутся-то с Серегой. И, собственно, доберутся и до Русанова. Пока что отставание не такое большое. Ох, контакт! Контакт, который позволил обойти Серегу Глобу. На самом деле, это
казалось бы, контакт это плохо, но нет, посмотрите, он подопнул автомобиль соперника на внутреннюю траекторию и просто дал ему толчок на обгон. Ну все, вот просто Серега тут уже пал жертвой обстоятельства на самом деле. Ух, практически сносит автомобиль его с трассы, но он удерживается в последний момент, ловит траву на торможении и вылетает на песок. Небольшой контакт с Романом, но все хорошо закончилось. Да, большая потеря позиций для Сереги Глобы, и все. Теперь Серега вновь в своей лиге, и прорываться вперед ему будет намного сложнее теперь. Ну что ж, у нас шествие наше продолжают Шашнев, Ёлкин и Ильдяков. Ильдяков вроде как акклиматизировался к впереди идущим пилотом, да, не так много ошибок делает. Но сможет ли он удержать темп Шашнева? Потому что именно Шашнев задает сейчас темп этой тройки, а Макс, он, по всей видимости, просто пытается удержаться позади, хотя бы в каком-то слипстриме. Но на самом деле на такой скорости и с такой аэродинамикой автомобиля слипстрим очень слабый. И нужно быть менее чем полсекунды, чтобы как-то работал этот самый слипстрим. Но там уже дальше идет, собственно, обгон и достаточно опасная ситуация. Ну, посмотрим, посмотрим. Лауш у нас теряет место на прямой, обходит его Данильченко. Как мы можем видеть, на первом повороте небольшой такой съезд есть, и пилот его использует как расширение трассы, да, выезжают за, так сказать, ограничительную линию, но выезжают лишь двумя колесами, и это разрешено, запрещено выезжать четырьмя колесами, за что игра дает срезку, и если вы набираете более чем 5 срезок в этой гонке, то вам дается драйв-тру, собственно, это проезд по питлейну, и, собственно, большая потеря времени с этим следует. Так, а у нас впереди что-то невероятное происходит. Груздева просто втаскивают в забор, теряет он много и времени, и позиции, и будем надеяться, что он не потерял своего гоночного запала и будет наконец-то рваться вперед, так же, как он рвался на первой части гонки, потому что с 16 места не так уж и просто теперь вырваться, просто потому что пилотам могут опуститься руки, и это самое такое, знаете, не очень приятное чувство, когда у вас все складывалось вроде хорошо, но вот тут одна ошибка, то ли ваша, то ли пилота, который ехал рядом, и все, гонка не удалась. Вот как и говорят, правда, что нужно везение. Да, и с Евгением Зориным Груздев разбирается достаточно легко. Тот даже не сопротивляется сильно, но допускает ошибку, наезд на траву, и еле свой автомобиль он улавливает очень-очень. Так, Серега Глоба, в свою очередь, не согласен оставаться на 10 месте и давит на Радмира просто всеми силами, но тот орешек крепкий, на самом деле, расколоть его не так уж и просто. И посмотрим, как с ним справится Серега, потому что видно, что он быстрее, но когда он сможет объехать его? Вот в чем вопрос. И снова теряет сцепление задней части автомобиля Серега с асфальтом. И тогда нужно было все-таки поработать с автомобилем, подобрать настройки. Я думаю, все-таки это сильно заблокированный дифференциал делает такую погоду. Хотя, возможно, и настройки подвески тут уже нужно судить по манере пилотирования того или иного гонщика.
Так, а у нас подвижки между лидерами. Догнали Дмитрия Гапету, который ехал себе спокойно на втором месте, но он уже едет на третьем. Шашнев его достаточно быстро обошел, но в свою очередь за ним застряли Ильдяков и Ёлкин. И застряли прям прилично. Видно, что парни пытаются всеми силами объехать, но как-то не выходит. Не выходит. И Дмитрий, что с тобой? Что с тобой, Дмитрий? Авария, авария, забор. Вместе с Гапетой вылетает и Ильдяков. Да, обидно. Обидно, но ладно. Пожалуй, самый-самый опасный участок на трассе. Вот этот вот последний пригорок, там, где автомобиль просто разгружается, и в какой-то момент можно подлететь всеми четырьмя колесами. Ну что, вот она, борьба Гапеты и Глобы. Кто же из них сильнее? Ну, у Гапеты еще и разбит автомобиль на самом деле. Но посмотрите, тут не только борьба Гапеты и Глобы, тут еще и Хисамутдинов ворвался просто между ними. Говорит, что вот, я тоже умею быстро ездить, не так уж и просто. И все, посмотрите, да, он легко просто объезжает Гапету, и как будто его там и не было. Контакт между Глобой и Гапетой. Глоба удерживает каким-то чудом свой автомобиль. Фух. Да, Серега сегодня много фокусов нам показывал, и 360 с выпрямлением, и вот такие вот безумные контакты, опять-таки, с исходом таким, что он остается на трассе и не вылетает, да, хотя теряет немножко в скорости и по позициям, но все-таки остается. Да, видно, что он получает удовольствие от пилотирования. Так, что у нас там происходит? Все, Шашнев теперь начинает хотлапить, и прошло больше половины гонки, и расстояние между ним и лидером 2 секунды. И мне кажется, что еще пройдет 2 круга, и у нас произойдет смена лидера. Просто потому что, смотрите, на S-образном повороте Шашнев отыгрывает 3 десятых у Русанова, который мог бы, наверное, что-то показать, если бы Гапета смог устоять, так сказать, как щит Русанова, но нет, щит был пробит, и Русанов, как отважный, так сказать, воин, должен теперь выстоять против дракона Шашнева. Вот, вот у нас такая небольшая розыгрыш сказки, да, той самой. Не знаю, хотите, можно назвать это Шреком и принцессой, и можно еще как-то, хотя что-то там был Шрек, принцесса и еще и дракон, а тут у нас только лишь 2 представителя. Ну, ладно, будет у нас Шрек и дракон, окей. Осталось определить, кто из них Шрек и кто дракон. Да, стремительно отрывает, так сказать, щепотки времени Русанов. Нет, не Русанов, а Шашнев у Русанова, да, Русанов отрывает, наверное, руль от стола в данный момент и пытается просто ехать быстрее, чем он может сам, показать свой сверхпредел, но, видимо, не очень, не очень. Он как-то не попал ни в настройки автомобиля, ни в темп, ни накат у него. Хотя, в принципе, накат, наверное, неплох, потому что Русанов уже с начала гонки едет без ошибок, но достаточно медленно. Медленно это... Видимо, тактика была у него такова, что он хотел стабильно доехать, стабильно до конца. Но, увы, нужно ехать не только стабильно, но и быстро, как это делает вот у нас Алексей Шашнев. Ну, посмотрим, как это произойдет. И, собственно, ладно, если Шашнев объедет сейчас
Русанова и займет первое место, а ведь он по итогам первого этапа занимает лишь третье место, и исход в очковой зоне будет достаточно интересным. Контакт происходит между Шашневым и Русановым, очень жесткий контакт, и что-то мне кажется, что не сойдет это с рук Шашневу, хотя, опять-таки, мы видели данный контакт лишь на мгновение, разбирать это будут судьи, и кто прав, кто виноват, узнаете только после того, как будет просмотрен, так сказать, повтор и со всех ракурсов и выявлен, собственно, пилот-виновник. Кому и будет штраф, ну или не будет, если никто не виновен. Возможно, это гоночный инцидент, но опять-таки я говорю это как комментатор, который увидел это лишь на мгновение, собственно, как и вы. Посмотрим, как это произойдет, но есть шанс, что все труды Шашнева пойдут на смарку. Увы, но... И тут у нас, собственно, в дело входит Максим Ёлкин, так сказать. Просто потому, что я не наблюдал за ним каких-то грубых наказаний, контактов или чего-либо прочего, и он спокойно себе едет достаточно быстро, да, конечно, не быстрее, чем Шашнев, потому что Шашнев выиграл первую гонку и сейчас едет на выигрышную вторую, но опять-таки непонятно, получит ли он наказание за свои, так сказать, обгоны такие вот с контактами. Будем посмотреть. Ну что у нас Дмитрий Ледяков? Дмитрий Ледяков спускается на шестое место, и ему просто нужно гнать во весь опор. Остается у него 4 круга до конца. И, собственно, нужно отыгрывать позиции просто любой ценой. Любой ценой. Впереди у него Андрей Мененко и, собственно, Русанов остались, да, вот. Таки Русанов у нас немножко имеет повреждение автомобиля. Давайте переключимся. Нет, на самом деле стекла целые в автомобиле, да и вроде и подвеска тоже целая. Не такие уж и сильные повреждения получил Русанов после столкновения, просто отделался, видимо, легким шоком. Посмотрим. Ну вот Дмитрий Деляков уже как раз доезжает до Миненко. Просто посмотрите, насколько он быстро проходит. Настолько быстро, что даже ошибается. Но его спасает поребрик. Поребрик, да, вот если бы не тот самый поребрик в S-образном повороте, там бы полегло много жиг сегодня, да, и пришлось бы просто сделать свалку автомобильную, на самом деле, потому что такие тут аварии у нас происходили на других гонках, что вы просто себе не представляете. Хотя на самом деле и тут немало было контактов. Слава богу, что все они кончались более-менее неплохо. И так, ну что, теперь у нас вот битва, собственно, за очки гоночные, потому что если сейчас Ледяков приедет на пятом месте, то у Ёлкина есть большой шанс оторваться и стать новым лидером чемпионата, потому что Ледяков не так уж и много зарабатывает, получается, на второй гонке, а Ёлкин второй. За второе место дают достаточно большую гору очей, на самом деле. 2 круга у нас остается до конца. Потихоньку сокращает время Дмитрий Ледяков, но, блин.
Тут уже, знаете, нельзя что-то конкретно определенное сказать. Просто смотришь на это все дело, затаив дыхание. Потому что сейчас, вот, возможно, в данный момент как раз решается судьба Дмитрия Льдякова. Потому что если он вдруг сейчас, да, не наберет вот этих вот очков за четвертое место, или если он обойдет Русанова, то, возможно, в конце сезона ему вот этих вот самых очков и не хватит. Знаете, нужно заглядывать сразу наперед и хватать максимально возможные все свои шансы, которые только возможно, да. Возможные шансы, возможно. Но это не точно. Очень-очень медленно догоняет Дмитрий Льдяков Русанова. На круге снимает всего по 1/10 секунды. Не хватит времени, чтобы объехать его. И, скорее всего, Дмитрий доедет пятым. Но трасса такая коварная, опять-таки, как я уже говорю, что если он будет сейчас атаковать до последнего, то он может просто доатаковаться и, собственно, и больше и никуда и не приехать, и потеряв свое пятое место, на самом деле. Так, у нас круговые. Круговые, но это никак не мешает нашим атлетам спортивным еще больше сократил времени Ильдяков до 1 секунды уже, но нет, слишком далеко Русанов, только если он где-то ошибется прям вот максимально сильно. Лидер у нас на последнем круге. Ну что, вторая победа у нас для Шашнева. Посмотрим, как он это переживет, потому что, ну, очень-очень страшный контакт был, на самом деле, у Шашнева с Русановым. Боюсь я за его первое место, но, как бы то ни было, на данный момент Шашнев у нас выигрывает вторую гонку. Пока что можем его поздравить. На самом деле, пилот очень быстрый, и если мой, так сказать, кумир был Дмитрий Льдяков, я думал, что именно он будет одним из быстрейших, то нет. На втором месте у нас Максим Ёлкин зарабатывает свою копилку достаточное количество очков. Четвертый — Вячеслав Величко. И... Стоп, третий — Величко. Четвертый — Дмитрий Льдяков. И вы посмотрите, Русанов шестой. Русанов шестой финиширует. Что-то случилось. Мы не досмотрели... Не досмотрели борьбу этих пилотов, но так получилось, что Ильдяков таки отыграл свое место и максимально возможные результаты забрал. Андрей Миненко у нас на пятой позиции. Хисамудинов седьмой, Данильченко восьмой, Глоба девятый, Серега Кутинский закрывает нашу топ-10 пилотов. На 11 месте Дмитрий Дудин. Алекс Лауш у нас, собственно... Что с тобой? Ну, похоже, да. Лауш у нас покоряет невиданные места на трассе. Я думаю, не будем ему мешать. А Роман Петухан 13-й, Евгений Зорин 14-й, на 15-й позиции Даниил Ковалев, Константин Барышев 16-й, Олег Волков 17-й. На 18-м месте не очень удачно, к сожалению, гонка прошла для Дмитрия Гапеты. Илья Парелли занимает 19-е место, но не последнее. Последнее у нас вышедший из гонки, получивший не старт, точнее не финиш, да, то есть не дисквалификацию, да, но пилот не финишировал. Это у нас Груздев.
Ну, что ж, ребята, я думаю, на этом стоит прощаться. И тут, так сказать, знаете, интрига такова, что вот сейчас у нас топ-3 пилота, это Шашнев, Ёлкин, Ильдяков, да, борются, но стоит заметить то, что на последнем этапе у нас будут разыгрываться двойные очки. То есть последний этап будет, наверное, важнее, чем два предыдущих вместе взятых. И вот к последнему этапу парням нужно готовиться просто максимально так, как они не готовились ни к одной другой гонке. Ну что ж, всем спасибо, что вы были с нами. Приходите на третий этап Копеек уже скоро. Следите за новостями в группе ВКонтакте по ссылке в описании. Будьте в курсе. До скорой встречи и пока!